Конкурс «Дети читают стихи». Рязанова Юлия, 15 лет. Город Чита. Иосиф Бродский. Пилигримы. Эпиграф. Мои мечты и чувства в сотый раз идут к тебе дорогой пилигримов. Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы. Увечны они, горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними ноют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды встают над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир остается прежним, да, остается прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир остается лживым, мир остается вечным, может быть, постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам.